Делегация во главе с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу находится с визитом в Узбекистане. Члены делегации посетили Министерство иностранных дел и Министерство инвестиций и внешней торговли. В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-американских отношений. На встрече в Министерстве иностранных дел гости высоко оценили осуществляемые в Узбекистане преобразования под руководством президента Шавката Мирзиёева, а также конструктивный и открытый внешнеполитический курс нашей страны. Подчеркнута готовность правительства США активно содействовать процессу реформ в Узбекистане. С удовлетворением отмечена наблюдаемая в последние годы тенденция интенсификации политического диалога. Решение о преобразовании механизма ежегодных консультаций в диалог стратегического партнерства и успешное проведение его первого заседания в Ташкенте в 2021 году стали значимыми событиями в истории двусторонних связей и продемонстрировали готовность сторон к комплексному наращиванию взаимодействия. Подчеркнута важность тщательной подготовки следующей сессии диалога стратегического партнерства в Вашингтоне. Мы провели насыщенный диалог с узбекской стороной. Мы всегда готовы оказать поддержку в плане нахождения новых ресурсов, привлечения финансов и других вопросах. Это все поможет обеспечить стабильную и устойчивую экономику. Также мы с радостью поддерживаем реформы, проводимые президентом Узбекистана в экономической, торговой и политической сферах. Подтверждена приверженность Узбекистана и США к продолжению сотрудничества в рамках формата C5 Plus One в целях достижения конкретных результатов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам. Высоко оценены усилия Узбекистана по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продвижению проектов, призванных содействовать установлению долгосрочного мира и экономическому восстановлению этой страны. Очередная встреча состоялась в Министерстве инвестиций и внешней торговли. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы повестки многопланового узбекско-американского сотрудничества. Особый акцент был сделан на углублении взаимодействия в торговой, экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах. Обсуждены возможности для практического партнерства в области привлечения американского бизнеса к реализации проектов в Узбекистане и осуществлению совместных программ и инициатив по поддержке узбекских экспортеров и развитию женского предпринимательства. Рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с агентством США по международному развитию. Это развитие зеленой энергетики, сельского хозяйства, молодежного предпринимательства, наращивание экспортного потенциала текстильной отрасли и других направлений. Американской стороной была озвучена приверженность продолжать поддержку Узбекистана в вопросах вступления во Всемирную торговую организацию. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении активного диалога в целях ускоренного продвижения всех рассмотренных вопросов.